Ежегодно в регионе регистрируют больше 1000 человек, пораженных педикулезом. Из них больше половины – дети. Медики напоминают, заболевание можно предупредить. Заражение педикулезом происходит при тесном контакте с больным в коллективе, транспорте, при элементарном нарушении правил личной гигиены, совместном пользовании постелью, одеждой, расческами, когда вошь переползает с одного человека на другого. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Это ежедневное принятие душа, расчесывание волос, мытье головы и также смена нательного постельного белья. И осмотр на педикулез, то есть у детей непосредственно, да, после того, как они находились в организованном коллективе. Осмотры на педикулез проводят медицинские работники. При подозрении на заболевание необходимо обратиться к врачу и не контактировать с другими людьми до постановки диагноза.